Слава Украине, привет всем от Полонского. Вот тут разгоняют сраду очередную, что американцы и немцы заставляют нас идти на переговоры с так называемой Россией. Ой, все, 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 Украину сдадут, Украину продадут, значит, заставляют идти на переговоры. А что на самом деле? На самом деле все с точностью да наоборот. Никто никакие переговоры, конечно же, не заставляет идти, никто никого ни к чему не примушивает. Итак, дословно цитата пресс-секретаря Белого дома. Цитата. «Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова участвовать в предметах реальных мирных переговоров», заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Более того, он заявил, что любые переговоры Украины с Россией в настоящий момент будут, цитата, «бессмысленны». Вот, собственно говоря, и весь ответ. Более того, они указывают на то, что американцы указывают на то, что на следующий год Путин запланировал из госбюджета украсть на оборону, де-факто просто украсть и перевести в те же самые Соединенные Штаты, порядка 40% госбюджета Российской Федерации. И вот тут начинаешь понимать, что действительно американцы не врут. Они не врут, ребята, когда говорят, что переговоров не будет, и их не планируют, и никто с Зеленского не жмет. Почему? Потому что американцам со своей стороны очень выгодно, что туповатый Путин и его банда, если это, конечно, Путин, 40% бюджета запланировали на оборону. Они прекрасно понимают, что российский бюджет на оборону может... Что такое, да, российский бюджет на оборону? Выпустили что-то или не выпустили, а оно сгорело через 20 минут на фронте. То есть вещи, которые проверить невозможно де-факто. Сколько выпустили, куда, чего выпустили, а хрен его знает. Отправили 20 танков, а может их было 25, а может 38, а может вообще одна штука была, а остальные на папере были, так сказать. Вот, отправили на фронт, а оно все сгорело. А где оно? А где останки? Да вон там, видишь, он дымят там еще, вот а там. Там где-то. А как подойти посчитать? Ну иди, если живым останешься, дойдешь, посчитаешь. Вот как это все выглядит. Это же речь идет не только о танках, о военной форме и так далее, обо всем этом. То есть, в принципе, вот эти 40% российского госбюджета будут тупо украдены. А скажите, а куда идут украденные вот эти проценты госбюджета? Правильно, они будут прятать их, эти, те, кто ворует. Ну, вот эти вот российские министры, замминистры, директора заводов. А где они это все будут прятать? Правильно, прежде всего они будут прятать в Соединенных Штатах. Поэтому, чем больше Путин выделит бюджет военный на России, тем больше денег будет у Соединенных Штатов Америки. Тут прямая зависимость, потому что сразу же пойдет перекачка, да, из одного в другое. Поэтому американцы ни в коем случае не будут Украину заставлять идти на переговоры, пока все российские деньги, выделенные в госбюджете на оборону так называемой России, не окажутся в Соединенных Штатах. Думаю, это понятно.